Всем привет! Вы на канале Волнистик Чика. С вами я, Татьяна, и мои попугаи. Сейчас с нами Молли. Это наша девочка. Она сидит в маленькой клетке, потому что она на карантине. Это было снято давно. В данный момент она живет с Чикой в большой клетке. Котик пока что еще сидит там. Вот я вытянула. Так, Молли, она вылазит, Молли. Как видите, Молли грызет минеральный камень, и поэтому я решила рассказать об минеральном камне для волнистого попугая. Так зачем же нужен этот камень для волнистиков? Минеральный камень – это источник минералов, которые требуются для птиц. Он должен быть в каждой клетке. Нужен он для роста птиц и полноценного развития в целом. Польза – это укрепление скелета, улучшение оперения, нормализация обмена веществ, корректное формирование яиц. При недостатке минеральных элементов это может быть плохое самочувствие птицы, замедляется рост и развитие попугая, выпадают перья и происходит частая линька. Состав классический – это глина, ракушечник, известь, уголь, гипс. Помимо этого могут быть и другие добавки от производителей. Все эти компоненты содержат в себе минералы, такие как железо, фосфор, кальций, цинк, магний. Кроме полезных минералов, камень нужен для заточки и стачивания клюва. Это очень важно для попугая. Не стоит покупать камень, если в его составе есть витамины, красители, сахар, соль, ароматизаторы. Эти добавки могут пагубно повлиять на вашего питомца. Поэтому при покупке камня обязательно читайте его состав. Также минеральный камень для вашего попугайчика можно делать самостоятельно. Как можно найти в интернете, в статьях или в видео. Сейчас очень много там. Сама я никогда не делала. Вот. И надеюсь, буду скоро пробовать, когда мне будет побольше времени свободного. В заключение хочу сказать, что минеральный камень обязательно должен быть в клетке у вашего попугайчика. У нас, как видите, Молли ест вот камушек один. У нас два разных камушка в клетке. Один потемнее, другой светлый. Вот который темный, который она изначально грызла, он твердый. Он больше подходит ей для стачивания клюва. Который белый, он более мягкий, рыхлый. Но она грызет и тот, и тот. И пусть ваши любимые птички пробуют камень. Обязательно его грызут, кушают, стачивают свои клювики. Вот. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии, мы их отслеживаем. Спасибо за просмотр, всем пока-пока!